Малое богатство, поддержка друзей, подарила запас кормов и пару новых лоточков для котиков. Каковы наши реалии в ближайшее время в домашнем мини-приюте 9 жизней? Это бесконечная борьба за выживание приюта. Перебои по питанию были в хорошие времена, а сейчас и подавно тяжело вытянуть концы с концами. А волонтер Влада искала альтернативу по корму и продуктам в целом, отталкиваясь от цен. Девушка ума не приложит, как быть. Посадить толпу на дешевый корм – это значит добить и так угробленное когда-то улицы здоровья. У нас нет и не будет необходимых средств на лечение убитой печени и поджелудочной, посаженных почек и так далее. Вы все знаете эти страшные хронические болезни, я бы даже сказала, неизлечимые. На сегодняшний день это все наше скромное кормовое богатство. Благодаря вашей поддержке удалось осуществить небольшой запас на приют. У нас есть запас на какой-то период, это 42 килограмма. Если быть точнее, его хватит плюс-минус на месяц. Докупила Влада два хозяйственных лотка. Это отличная альтернатива кошачьему туалету. Ведь лотков на такое количество крайне не хватает. Их, ребяток наших хвостатых, очень много. От всего сердца волонтер благодарит тех, кому не безразлична жизнедеятельность приюта. Вся пушистая команда передает вам большое спасибо за помощь приюту. По-прежнему актуален вопрос по питанию животных. На содержании более 70 хвостов актуальна любая ваша поддержка. Еще раз повторюсь, были закуплены небольшое количество кормов, и начали мы наконец-то приобретать лоточки. Надеюсь, в ближайшее время как-то немножко обновим, или, может быть, нам все-таки подарят еще и тарелочки для животных.